поведению, что Руслан не использует резонанса в своем своих последних установках. Вот у него тут показывает осциллограмм, мой щуп рядом лежит у него. Там для установки вот это с разрядником. Там возле нагрузки лежит щуп. Вот. Видим вот это видим. Щуп. Возле проводов. Вот осциллограмма. Сейчас может частоту даст поймать. Вот 76 килогерц. Это размыто видно, но такие опусы обратно даст. Вот я есть параллельно съемный резонанс. Вот индуктор 10 метров, потом съемная в два слоя. Съемная вроде бы 1,5 или 1 миллиметр в квадратный. Ну вот. Поверх индуктор 10 метров, 2,5 миллиметров квадратных обнажили. Он питается вот этой синей обмотки, вот на горшке намотанной. Частота пушпула 80 кГц. Вот, я тоже вот осциллограф подключил через изоляцию, вот за провод. Лампа, и вот осциллограмму можно увидеть. Лампа загорелась. Вот виден синус. Тут вот на минус второй конец зацепил, но если его не зацепить, тоже то самое. Если вкрутить еще, тут 53 ватт ламп. Если вот еще 60 ватт ламп вкрутить, они слабо светят. По идее, с катчером они должны тоже ярко гореть. Вот этот прибор от наводок тоже частоту ловит и показывает. Лампу подкручу, чтобы сильнее синус был, он словил частоту. Вот 80 кГц. Вот если включу качер, то покажет качер частоту. Это 1 МГц. Ну а качер, вот такая осциллограмма. Но качер никак не влияет. Можно сказать, абсолютный ноль. Его влияние. Я пробовал и заземление удлинять и длинное, и
изучал его вообще. Тут резисторы разные, вот конденсатор тут вот. От нижнего конца идет через 2 нанофарада конденсатор 5 кВт. Ты разные вторичные обмотки пробовал на качер. И тут вот загружал вот эту емкость всю на подключал до 500 кГц и ниже опускал. Вот. Потом там на 2,5 МГц пробовал. Вот звон этой катушки съемной, если без конденсаторов, на 500 кГц. Потом ее на 500 кГц. Я потом понемножку добавлял, там понемножку сувал туда-сюда эту катушку, чтобы там частота там 500, там 17, потом 505, 508, разные частоты, чтобы как бы попасть, может, на ту частоту, которую надо, на собственных колебаний катушки, без конденсатора. На других катушках вот пробовал. На этой тоже вот. Раньше я тоже там разные частоты пробовал. Качера. И раньше пробовал на гранате, так называемой, этой делать. А тут дроссель, качер еще добавил, вот, следовательно, с этим дросселем. Вот плюс идет вот на дроссель, потом еще электролит добавил. Тут он по плюсу качера. Ну, минус качера идет на землю прямо. Так и пуш-пула минус, он на землю, потом вот тут вот земля идет. Вот этот провод потом идет на толще провод. Ну и все это никакого эффекта нет. Никакой прибавки сверхъединицы. Даже вообще, если конденсатор тут стоит параллельно. Тут, весь качер эффект даже не сверхъединицы, а прибавки напряжения он убирает сразу, потому что он есть, что его нет, так само все. А ведь если вот вкрутить, например, теперь лампа горячая, если крутить, например, 20 ватт, так она так ярко загорится, что может перегореть. Так, по идее, если бы появилась прибавка, это тоже лампа должна была бы так ярко загореть, что тут мы все ослепило. Немногие, некоторые говорят, что нужно мотать двойную гранату, как бы, не как бы, а точно нужно мотать, и тогда будет резонанс никуда не уходить. Ну, такую ерунду гонят, оно так нигде не уходит. Вот, например, так говорит, так я вот подкручу больше нагрузку. Вот теперь подкручу частоту. Вот, все равно так само все примерно. Вот теперь эту лампу откручу. Но все равно ярко загорается.
уходит, то есть он никуда не уходит резонанс. Ну теперь 75 кГц. Вот 75 кГц можно достаточно широко регулировать частоту. Все равно он где-то около резонанса. Вот лампу включу, вот. Она ярко загорелась. То есть резонанс никуда не уходит, там далеко все равно. Потому там выдумывают всякие двойные гранаты, но такой бред говорят. Когда а почё тоже всяких напридумывают, я кому-то не нужен. Тут главное с архиединицы получить, они не там резонанс уходит, не уходит, это все ерунда, и так нигде не уходит. Она все так ярко загорелась. Даже настроил на резонанс вот этих двух ламп, когда выкрутил одну, она так ярко вот загорелась. Вот это 60 ватт. Когда выкрутил 60 ватт. Вот пусть одна 60 ватт теперь будет. Мне нужно крутить. Вот она 60 ватт. Ну вот, или можно на ней там что-то особо засветить ее ярче, если подкрутить частоту. Вот, невозможно. Она уже и так была в резонансе. Вот 80 кГц. Проделав этих много опытов, я можно почти весь день сегодня по-всякому экспериментировал, переставлял там катушки, мотал вот эту катушку. Я больше склоняюсь, что тут не надо никак настраивать на частоту съемной катушки. Датчик не надо настраивать. Это ничего не даст. Как-то по-другому эффект появляется, чего-то другого. Может, надо как-то по длине провода считать, на какую частоту настроиться. Или может это как-то с ферритом горшка взаимодействовать, с его выбросами обратной с его выбросами длиной, или может с феррита частотой как-то нужно на то горшка феррита частоту настроить, там может на какой-то ЕРМЭП происходит ядерный магнитный резонанс, или какая-то магнитострикция, или что-то. В
Может, это как-то с ферритом связано. А тут все, что съемное, это может все без разницы, как там намотаешь. Вот такого простого метода, чтобы взять и строить, нет, тут как-то, тут, видимо, очень тонкая настройка, когда этот эффект появляется. Получил примерно такую грамму, как и у Руслана Кулабуха. Есть это, вот покажу. Тут видны такие пики. Вот тоже. Плечи неравномерно намотаны, поэтому может в одну сторону больше, в другую меньше. Вот нагрузка 15 ватт, 220 вольт. Со съемной, без никаких параллельных конденсаторов. Это частоты показывают бред, потому что... Вот, как видно, тут не прямоугольники. Если зазора на горшке нет, вот... С этим горшком я раньше делал. Тут нет зазора, вот заклепки прямо прикручены. А тут есть зазор. Вот изолента вставлена, и потом он изолентой смотан. И когда есть зазор, тогда вот такая получается сцеллюлярная. Такие пики. На самом деле прямоугольники, просто эти пики очень сильно вылазят, поэтому они, если уменьшить деление, выглядят как пики. А если нет зазора, тогда на выходе прямоугольники. У Руслана, значит, в том трансформаторе есть зазор. Нехорошо, что он не показал вот в этом трансформаторе. Что... Сколько потребляет, когда не включена высоковольтная часть, не включена, а как лампы горят и сколько потребляет. Вот у меня сколько потребляет. 1,5 амперы и 25 вольт. Одна накачка без трансформатора Tesla. Трансформатор Tesla немножечко прямовку дает по яркости. Вот теперь частоту посмотрю, какая частота.
101 килогерц. А вот еще хочу показать, как с резонансом будет гореть. Вот если добавить резонансный конденсатор параллельно с вами. Теперь надо помощнее лампу вкрутить, а то она горит. А теперь поможем. Давай вообще без никакой лампы. Вот без никакой нагрузки теперь будет. Употребляет пока 3 ампера. Вот тут я включу. Теперь частоту подрегулирую под самый резонанс. Вот. Ого, сколько потребляет. Там уже выше 5 ампер. Там на самом деле уже, когда выше 5 ампер, уже начинает напряжение проседать. Поэтому если бы напряжение к ней проседало, там вообще бы очень далеко бы зашкаливало. И это вот при накачке вот от этих витков 1, 2, ну тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13 витков. А на плече пуш-пула может, не знаю, и по 8 витков. И вот эти 13 витков идут вот на этот индуктор 10 метров. Вот коричневый. Но на выходе такое напряжение, вот такое и такое потребление при резонансе. А чем больше нагрузка, тем меньшее потребление. Потому что на последовательный резонанс укорачивает, а при последовательном резонансе сопротивление растет до нуля, то есть как будто делаешь короткое замыкание, так резонанс уничтожается и нет короткого замыкания, и поэтому падает напряжение, то есть потребление. Вот. Даже вот такая нагрузка может перегореть. Вот она так ярко выгорается. Это 53 ватт. А раньше у меня было вот эти витки тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 4, 25, 26, там еще больше их. Может 28 где-то было. И при тех 28 витков это у меня так ярко не получалось. Это возможно либо из-за зора, либо из-за того, что тут провод толще и как бы меньше витков. Может тогда лучше в резонанс выводить. Вот тут можно теперь вкрутить вот это 60 ватт, а так 53 ватт лампа. Их обе можно вкрутить и можно сделать, чтобы они ярко обе горели. Вот потребление 4,5 ампера. Теперь частоту подкручу. Самую яркость найду. Тут.
101 килогерц показывает. И теперь уже на выходе синус. Они прямоугольники. Вот, 4,5 ампера потребляют. Вот пики на верхушках, это как бы выбросы обратно АДС. Вот это плечо как бы нейтрального тепла, так можно сказать. Только транзистор чуть теплый, это горячий, потому что на этом плече больше в этой стороне намотана съемная обмотка. Вот если включать качер, то только немножко пригасает лампу, потому что, видимо, просаживается. Вот выше 5 ампер немножко просаживается напряжение питания от качера. Там же по проводам идет, там всяких дросселей полно, там они на них потери идут. Поэтому немножко, ну и может немножко блока питания напряжение просаживается, потому что выше 5 ампер заходит. И немножко лампа притухает, а так никакого эффекта, можно сказать, от трансформатора Тесла нет. От качера. Синусоида. Иногда качер сбивается, если вот так поделать, особенно при высоких частотах. Вот, говорит, в заземлении светодиод на колечке. Можно поснимать немножко емкость. Вот было 600 кГц частота качера, теперь будет повыше. Теперь 1 МГц. А и 101 кГц показывает. Ловит частоту все-таки не качер. А и качер отключен. 717 килогерц частота качера. Можно. Ладно. Камера заделана. Я выключу экран, и она выключится. Вот такая осциллограмма на 60 ватт лампе. На выходе нет резонансных конденсаторов. Они отключены. Заземление идет на этот провод на начало. А странно, что даже заземление немножко прибавляет, когда качер вообще не работает. Когда один пуш-пул только.
яркости немножко прибавляет. Я у качера убрал всякие дроссели. Вот от плюса идет прямо на качер, на плюсы. И когда это сделал, тогда вроде бы больше всяких эффектов появилось. Но я прибавляю качер. Яркость прибавляется. То есть целый угол. Вот качера чистота. Этот транзистор жутко горячий. Этот горячий. Такой. Вот по сути, вот пики такие видны, но по сути это прямоугольники. Вот эти вот частоты, это, видимо, качер звенит. Вот я рукой дотрагиваюсь. Вот меняется частота, понижается. Это как бы передается на антенну, и звон антенны как бы фиксируется. Вот если я отключу антенну, так, то вот пропали эти. Потому что индуктор через антенну возбуждает эту катушку, и эта катушка начинает звенеть. То есть у индуктора, возможно, должны быть пуш-пул, очень крутые фронты, то есть открытие быстрое. Все поменялось. Тут вот подкрутить частоту, то ярче, то слабее горит. Это как бы с качером связано, потому что она так сама по себе не может. О, тут она ярче горит. Вот качер отключил. Теперь она примерно везде одинаково горит, в разных частотах. Вот я кручу, яркость не меняется. Только чем ниже частота, тем выше яркость. Так по сути ничего нет. Вот когда качер подключен, тогда уже на некоторых местах есть такие маленькие вспышки яркости. Такое моргание. Такой звук слышно. Вид, вид. Вот тут притухает. Тут ярче горит. Вот это, видимо, по кратностям бьется трансформатор Тесла.
Выключи вот этот транзистор, уже очень горячий. Палец сам положить можно. Если дольше подержать. Ой, это горячий кочер транзистор. Еще я что сделал. Вот этот провод, который пушпула минус сошел. Он раньше шел вот на этот общий минус. А пушпула по транзисторов минус идет вот. Вот тут идет и тоже идет на общий минус. Этого минус идет на этот минус, а потом тоже идет на общий минус. И вот этот минус тоже шел вот тут вот, вообще. Но так вот, если передается сигнал, так он сначала шел вот тут, потом шел вот тут, и на эти два транзистора. Тогда он больше путь проходил, а я подключил, чтобы он шел вот тут, тогда он прямее идет, короче, путь идет, и как бы лучше должно быть. А питание он получает все равно от этого минуса, вот идет от этого, и потом на этот идет минус. Поэтому вот его плюс вот питание получает. Вот плюс и минус приходит от блока питания. Ой, вот минус прямо идет тут вон на клемму, а плюс вот идет через этот дроссель, потом через выключатель, потом через амперметр. Тут не нравится мне этот провод, тут слишком долгий, длинный. И под качером сидит, на водке ловит. Ты такой жесткий, не хиляется. Это, наверное, его как-то поменяется на другой. Ну как-то изолентой его скрутить, чтобы он... Вот. На водке не так ловил. Потом вот эти плюсы и минусы, тут провода вот тут, вот, 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 вот идут отсюда. А тут еще такой конденсаторчик, и вот тут еще по минусу. Такой тоже дросселек стоит. Мне эти его провода слишком тонкие, мне не очень нравится, может я прямо подключу вот этот тут он. Хотя я просто иногда использую другие блоки питания, тогда я ничего как бы тут не переключаю, я просто вот тут откручиваю вот эти вот две клеммы и на другой подключаю, и тогда мне не надо там много всего переделывать. Ну тут может и не так страшно, что они такие тонкие. Вот этот, например, 1 мм², этот 0,75 мм². Этот, наверное, 2,5 мм. Я поэтому его и на дросселе накрутил, потому что он 2,5 длинный был, как бы не было где его девать, так все равно потери на него больше не будет. Вот еще включу. Потребляет вот 1, 2, 3. Почти 4 ампера.
катчер отключу. Потребляет 2 ампера. Нагрузку отключу. Потребляет немножко меньше, чем 2 ампера. То есть сильно там ничего не поменялось. Частота показывает 798 кГц. Это показывает звон катчера. Потому что индуктор возбуждает антенну, антенна начинает звонить с катушкой и начинает... Вот я руку положил на катушку, звон поменялся. Потому что замерить частоту пушпула надо вот этим прибором померить. Поставить на герцы и... Тут на затвор можно транзистор 72 кГц. Вот 72 кГц, а частота катчера сейчас смотрим. Частота катчера 803 кГц. Возможно, тут пократность там как-то связана. Вот можно взять такую отвертку вот. Крутить пушпул, чтобы на... Ой, что? Такой взрывчик был. Вот когда выключил. Надеюсь, ничего не сгорело. Сейчас все нормально. Это, видимо, обратно АДС. Это отвертка неудобно крутить, это уж если слишком наводки вводятся сильно, тогда и вот это его удобнее. А вот тут вот притухает. Катчер отключил. Как бы на неярче. Катчер без катчера. Частота 807. Она тут горит где-то на 100 вольт. Может, на 120. Думаю, возможно, надо
Может, нужен драйвер, чтобы побыстрее транзисторы открывались, либо по с меньшей емкости на затворе. Например, можно поставить ERF 520, там они на 100 вольт, и в принципе можно и на 40-50 вольт, и у них будет ток побольше, а емкость будет меньше. Этот на 200 вольт зачем тут такие нужно, когда тут 24 вольт. Раньше ERF использовал. Но там 50 ампер или сколько. Этим где-то 20 ампер. Так можно тоже на 20 ампер, но и на 100 вольт. Тогда будет емкость поменьше затвора, и тогда быстрее открываться будет. Уже тут как раз важно быстрое открытие. Вот я еще на транзисторах использую либо гайки, либо вот такие вот ерундышки, либо это шайбы, либо там такие еще прокладки, разрезанные шайбы такие. Потому что, чтобы они так амортизировали и лучше прижимали. А если прямо прикрутить, так они потом могут разболтаться. И нехороший контакт будет. Да и резьбу могут разболтать. Она не вечно износится. Вот это у меня минус подключен. Раньше нижний конец у меня через конденсатор пропускал 2 нанофарада, но посмотрел на коллекторе, выбросы они какие-то лучше без конденсатора. Вот ставил 15 ватт лампы, она так прилично ярко горит, почти на 220 вольт, без никаких вот параллельных конденсаторов, съемная модуль. Как-то попрет свободная энергия, то так должна сама гореть и 1 киловатт. Она тут 15 ватт, поэтому она так слабо горит. Если бы горела бы на такое самое напряжение, то какое-то помощнее, так она бы ярче горела. Вот скачиваем или скачиваем. Если пуш-пул выключить, так от одного качера это будет. Хотя, по идее, от одного качера должна она на весь накал загореться, потому что это 15 ватт. Вот качер потребляет 1,5 ампера. А тут стоит резистор 1 кило, он 5 ватт. От затвора на эмиттер. Потому что греется. Был раньше 500 Ом. Так он вот даже почернел. Очень сильно греется. Нужен мощнее. Ну и тут вот предохранитель один
Он тоже горячий такой. Вот, и если вдруг заглючит затвор, закроется и будет так, чтобы он не вылетел транзистор. Вот этим резистором 10 кОм, который плюс идет, подбирается, чтобы качер только начал работать, потом уже не надо крутить. То если дальше закрутить, то если коснуться вот тут антенны, бывает, он тогда заглючивает и начинает 5 ампер один качер потреблять. Но это спасает еще, видимо, этот резистор, так бы он мог бы сгореть, транзистор. Поэтому его нужно на оптимальное выставить значение, чтобы он... чтобы только качер включался, когда подается питание. Дальше он как бы не нужен вообще. От плюса не, можно его отключить. Иначе, если его дальше крутить, тогда скважинность просто импульса начинает вырастать, она где-то уже становится 60%, 70%. Это, я думаю, нехорошо. Вот я заземлил через вот эту катушку. Как по суфьяну намотан. То есть мы суфьян рассказывал, что такая намотка не требует заземления. И трансформатор Тесла нужен тоже биполярный как-то мотать. Он тоже посередине индуктора, тогда не нужно ему заземление. Тогда всей установки не надо заземления, по его словам. У него так две установки собраны. Одна вот на такой гранате, 40 метров по 3 слоя в каждой половинке. А другая 80 метров, и там... там по 6 слоев, как и обычно, граната мотается. А индуктор 10 метров, и там вот тут посередине намотан одним слоем. Ну и он говорит, что у него самозапит есть, и без земли работает. Вот я пропустил заземление через эту катушку. Тут горит светодиод. Светик, если можно назвать его. Вот если прямо включу землю. Так, он погорит. Вот. Включил землю, она вообще никак не поменялась на его яркость. Я включаю, ничего не меняется. Только хочу посмотреть, как будет там диод горит. Вот совсем не горит. Уже. Качер 1,5 ампера потребляет. Такой индуктор сделал. Тут три витка. Вот из середины выходит это вот аппендикс, так называемый. Лишние витки. Вот от дурости некоторые ставят. От дурости. Так ничего не нужно, ничего не дает.
начинает свистеть, теперь и частота повышалась. Вот это у меня подстройка, это очень тонкая подстройка, вот эти резисторы. Многооборот. И на меньшее сопротивление, и еще вдобавок многооборот. Это чтоб очень-очень точно подстраивать частоту. Ничего особо не меняли. Как свистеть начинает. Снова не слышите ли? Да, не втрагивайся. Заземление отцепилось. Еще я это заземление могу подключить вот к этому заземлению, к этому проводу, то есть вот его конец вот тут, это где-то 2-3 метров заземления, так вот подключить этот конец вот тут. Эта колодка дорого стоила, но почувствовал, что очень хочется мне ее приобрести, поэтому купил. Она довольно удобная, так каждый раз там соединять с кучей этих проводов, но в один такой клемник неудобно каждый раз откручивать, ибо нужно много таких клемников делать, там засувать один в другой. Светодиоды все равно не горит. Еще разок через эту кутышку. Вот он, наконец, этот провод второй на землю. Вот из двух кусков проводов это смотрим.
светодиод загорелся. Заземление. Длина заземления, видимо, играет роль. Может, если большая прибавка на выходе, то там не так критично. Вот как. Он там две башни делал, Руслан Колобухов. Так он говорил, что у него лучше работает с той землей, которая длинная. Он там еще ее удлинил. Это малая установка. Лежачая лучше работала с короткой землей. То есть с той, которая к улице, кажется, идет. А так все. Наоборот. Одна у него заземление на улице идет, другая на батарею. Тут яркая точка есть. Вот тут горит 118 или 113 ватт лампы и 60 ватт лампы. Вот горят это когда параллельно есть резонансный конденсатор. Нет, там пачка 10-10 нанофарата и 0,40 и 0,4 нано, 0,47 нано, то есть 47 нанофарад. Ой, то есть 4,7 нанофарад. Все в параллели. Вот потребление. 1, 2, 3, 3,5 ампера и 25 вольт. Когда включаю качер, начинает немножко лампы обе притухают, то есть проседает общее напряжение, поэтому они притухают. Вот так, по сути, он бы, если бы не проседало напряжение, то он бы никак не влиял. Этот конденсатор сразу не блокирует все, и поэтому никакой прибавки нет. Вот 3,5 ампера умножить на 25, это будет так. Ну, допустим, 3 ампера, 3 на 25 это 75 ватт. Ну, вот тут 110 плюс 60, 170 ватт. Но то, что они горят не на весь накал, это получается, что то, что вложили, то и имеем. То есть от пушпула получить прибавку — это глупо.
вот как-то начинает так трещать, такой звук. По-моему, это вот этот блок питания начинает так гудеть. А, вот это дроссель начинает гудеть. Да, вот это дроссель гудит. То есть, видимо, катчер влияет на блок питания, и блок питания начинает какими-то более импульсами подавать энергию. Вообще, может быть, там какой-то бы диод не помешало бы поставить. Хотя там стоят уже диоды. Вот 5 ампер и сколько вольт. На моем блоке питания должно быть 24-25 вольт. Но качество наводки, надеюсь, не наводит сильно, чтобы напряжение исказилось. И оно не исказится. Вот. И самому, чтобы знать, сколько тут вольт. Вот 25-41 вольт. Даже больше, чем 25 вольт. А то может наводки от катчера сейчас обратные. Если местами обратно поменять, должно быть вот немножко другое напряжение. Значит, немножко наводки от катчера идут. То есть катчер должно быть такое самое напряжение. Вот теперь отключил питание, но теперь 3,5 ампер, чтобы просто померить напряжение. Вот 25 вольт, с катчером даже больше. Ребят, ну вот, 25. Там стоит стабилитрон на 24 вольта, но, видимо, как-то он делает, чтобы было 25 вольт. Вот я не могу подкрутить немножко и подбавить току. Хотя сечение уменьшится, но так вырастет. То есть выше, в сторону. О. 4,5 ампер. Дроссель опять начал трещать. Вот 24,83 вольта. Вот уже начинает понемножку падать напряжение. Когда приближается к 5 амперам. Тут конденсаторы по плюсу и минусу. Вот один на 330 микрофарад, 200 вольт. Второй там на 35 вольт, 2200 микрофарад. Еще один на 2200 микрофарад, 50 вольт. Хотя размеры их такие самые примерно, но этот на 35 вольт, это 50. Но они как бы все должны были выпрямить. Тем более вот тут еще конденсатор стоит. И там стоят блоки питания. Вот 2200 микрофарад, 35 вольт. Это вот, чтобы перед амперметром был постоянный ток, и после амперметра был постоянный ток. Но он правильно будет показывать.
что потрескивает дроссель, это видимо говорит, что даже от пышпула наводки как-то достают этот импульсный блок питания, он начинает он каким-то, ай, может это 50 Гц просто, может емкости просто не хватает, хоть тут полно конденсаторов всяких, может все равно не хватает, начинает он на 50 Гц, вот так. Нет, нужно осциллограф подключить на питание и посмотреть, если действительно там 50 Гц. На низкие частоты идти. Вот какие-то. А вроде бы видно немножко такое пульсирующее напряжение. Вот это, видимо, 50 Гц такое идет. Такими пульсами сойдами. Все такие. Вон посильно. Немножко не хватает для идеального выпрямления. Там тоже конденсатор, где стоит перед последиодного моста, там на 220 вольт. Там тоже поемче можно было бы поставить, чтобы меньше пульсации было. Но вообще-то так неправильно, нужно актив power factor сделать, то есть power factor correction, или как он там называется. Это так. Он будет и в розетке 50. Верхушки срезать синусы и будет сказаться синус. Тогда там у других, может, там стиральные машины, у них моторы какие-то не очень хорошо будут работать. Но это если, может, очень уж все начнут, если так делать, без этого power factor correction, если будут все делать. А если я один тут сделаю, то ничего не будет. Наверное. Вот у меня на двух биполярных транзисторах для Теслы управлялся. Я думаю, может на какое-то плечо поставить этот драйвер, тогда будет, может, быстрее открываться, может. Это крайне важно, чтобы получить прибавку сверхъединицы. Вот, и ставить конденсаторы параллельно съемные, это, я бы сказал, гораздо лучше, чем ставить тут на трех витках конденсатор, потому что на трех витках будет греться, потому что тут нужен гораздо толще провод. А когда тут ставишь, тут не греется,
вот даже 1 миллиметр, 1,5 миллиметров квадратных не греется. Потому что тут частота высокая. Ну, и тут провод длинный, и как бы меньше емкость так нужно. Поменьше реактивные токи. Потому меньше греется. А там-то действительно тут пожирательство тока и пожирательство энергии от индуктора, плюс когда греется, так он еще некоторым трубы портит, расплавливает, там провод расплавливает. И меня и сам там расплавливает провод. Но это когда была фольга подложена. Там тогда вообще уже все плавится началось. Когда под гранатой была еще фольга подложена. Ну и попробовал вот с антенной, раньше без антенны. Если без антенны, надо поближе ставить вот эту катушку возле этой катушки. Ну, антенна очень сильно понижает частоту. По идее, то лучше намотать провод, побольше провода и поставить рядом. Как акула две башни делает, Роман Карнаух. Он рядом поставил. Как... Только у него там недостаток, что он низкие частоты подобрал для Теслы, и поэтому они большие получились. Громоздкие они. Нужно выше частоты подобрать, какими лежачими. Это может будут маленькие установки. Не обязательно их ставить, можно тоже положить рядом друг с другом. Сто 16 ватт. Уже телефона батарейки мало осталось. Уже закончилось. Вот как намотана была эта граната. Мотается сначала в ту сторону. Если вот так трубу обернуть, так вот то начало тоже в эту сторону. Вот конец тут выходит. Другой конец вот тут. Потом тут выходит. Еще что сделал, поставил транзистор этот 20 35 200, как-то так называется, 20 5 200. Но я посмотрел на, вроде бы он больше греется и он немножко больше потребляет, и у него на коллекторе такой полусинус получается. И, но у него на базе вот этот резистор не греется, потому что ему нужно низкое напряжение.
Но, по-моему, на поливелике он более эффективно работает. Он у него как бы и радиатор меньше, и он меньше греется. На полевом лучше. Но просто Руслан Колобухов использовал такой транзистор, поэтому я сделал на таком. Полевого так на коллег на стоке там такие прямоугольники, а тут как бы полусинусоиды, так на переключение тут получается больше потерь происходит. Но если так визуально смотреть, то, не знаю, большой разницы вроде бы и нет. Просто если вот тут антенны касаться вот так каким-нибудь отверткой или пальцем, так у этого потребление падает транзистора, у этого наоборот растет. Поэтому более безопасно, чтобы ничего-то не спалить так, на таком транзисторе. По-моему, если будущее за полевыми, ну, эффективнее. Потом все начнут на полевых делать, если им понадобится качер. Тут убрал всякие дроссели, потому что такой еще дроссель убрал. Добавил конденсатор вот такой. Ну вот тут у конденсатора куча. Тут еще конденсатор. Тут 0,47 микрофарад, 250 вольт. И вот тут еще между минусом ставил конденсатор. Он тоже кое-какие эффекты меняет. А когда был вот такой конденсатор, так он грелся и между плюсом и минусом. Он как-то крутит, если скважина как-то крутишь, он как-то искажался. Ну, такие как бы эффекты, можно сказать, были, но они, наверное, ложные. Вот теперь вот такие посвистывания иногда есть. Это только скачет. Ну, качер ничего особо не меняет. Вот он отключен теперь. Только притухает лампа. Сейчас, наоборот, должно ярче загореться. Ну, питание немножко просаживает, поэтому видим. Дергаю индуктор качера, вот яркость меняется.
солнечное замедление. Длинный провод заземления где-то 8-7 метров. Вот этот 3 метра и там 5 метров потолще. Выключу. Теперь 116 ватт. Какая была лампа. Тут, наверное, надо какую-то на 500 ватт или 900 поставить, чтобы она ярко загорелась. На эффект пойдет. Хотя и так яйца должны ярче загореться. Тут они, наоборот, хуже горят. Я пробовал вот. И один конец заземляется, и второй теперь вот этот конец заземляется. Уйдет. Земля идет. Индуктор не заземлен. Это как бы новая руслановская технология. Видимо, Руслан тоже индуктор не заземляет. Хотя, может, он заземляет. Если тут повесить 60 ватт лампу, так она может даже перегореть, если я вреднуться, вижу пол. Но еще такие мысли приходили, что может не надо ставить вот этих конденсаторов, потому что на видео Руслана их как-то не видно, вот таких вот неполярных. У него везде электролиты видны. И на качере электролиты таких не видно. Может, пришел к такому выводу, может, надо качер работает, он своими высокой частотой заряжает электролиты, как бы они на плюс не, ну, у них есть полярность, они не могут перезарядиться, как этим вот могут, и той полярность, поэтому они заряжаются, как бы от высокой частоты, поэтому появляется эффект уже на самих конденсаторах, прибавка есть, они потом качают. Поэтому появляется как бы мощность отсюда, а не от самой выходной катушки. Уже отсюда появляется энергия.
катер только тушит немножко. То есть когда тут есть конденсатор параллельно съемный, тогда катер никакой прибавки не может. Хотя у Руслана та установка на 4 киловатт. У него там был и тут его конденсатор параллельно так получается. Должна получиться прибавка просто. Нужно поймать этот эффект. Еще прибавка должна получиться с нагрузкой. Иначе бы, как он бы запускал вот блок питания, если бы без нагрузки только прибавка была бы. Он же запускает, питает блок питания. Там уже на выходе больше энергии, чем на входе. Поэтому блок питания потом питает сам себя. И потом, когда отключаешь провода, он продолжает сам себя питать. Иначе, если бы там было бы меньше, то есть я вот, если тут 100 ватт, к примеру, впускаю, то уже на выходе должно быть каких хотя бы, может, 150, 120, 200 ватт. То представим, чтоб самозапит получился, чисто для самозапита. Вот. И по идее, как от пушпула известно, нет никакой, не можно добиться прибавки от одного пушпула. То включая качер, должна лампочки, либо лампочки ярче загореться, либо потребление немножко упасть. Вот тут и лампочка притухает, и потребление вырастает. Потому что качер еще потребляет, так что это не эффект. На 4 ампера без качера и почти 5 ампер с качером. Качер где-то 0,8 ампер потребляет. Вот как горит лампа одной накачки, то есть не то сказала, от когда нет ват конденсаторов резонансных, горит 116 ватт лампы, и так довольно хорошо, условно хорошо, то есть как бы нет просадки. Вот качер немножко прибавляет свечение, когда нет резонансного конденсатора. Вот потребляет 2 ампера без качера и почти 3 ампера с качером. Частоту понизил, еще ярче горит. Но и потребление выросло. Вот 3 ампера потребляет больше чуть-чуть, чем 3 ампера без качера и 4 ампера с качером. Вот
диспетчер немножко прибавку дает. Вот еще 60 ватт включу. Тут слабо быть вообще. Просто это головоемная, она немножко сильнее горит. И она на большую мощность, поэтому сильнее горит. Эту теперь выключу. Та погорит. Вот собрал такую установку. Тут 116 ватт, тут 60 ватт. Вот чисто как-то качера 2,287 мегагерц. Вот качер конец подключен к этой алюмяшке. Можно так менять частоту и дальность. Так, например, 2,3 мегагерц. 2,1 мегагерц. Вот резонансные конденсаторы все самые тут. Намотал гранату, так называемую. Вот индуктор 10 метров. Получился один слой, еще вот тут немножко. На индуктор прямо вот подается от этих витков на пуш-пуле. И гранаты получилось 4 филяр. 4 слоя. 2 в одну сторону, 2 вот эти 2 в обратную. И четвертый слой неполный получился. Провода не хватило, видимо, слишком длинный мотор. Я смотрел резонанс на осциллографе. Вроде бы 2,2-2,3 МГц, если один конец осциллографа на начало, а второй положить тут, а если подцепить второй щуп на второй конец, тогда 1,6-1,5 где-то мегагерц. Это, видимо, емкость осциллографа вносит изменения. Но там как бы и в 800 вроде бы килогерц проскакивает, такого нет. Если свободное колебание запустить, низкую частоту подавать, там видно свободное колебание, это не какие-то перемешанные, видимо, 800 кГц и 2,2 МГц, вот эти они вместе колеблются, поэтому там какая-то бинемерна получается. Вот потребляет скважинность, наверное, где-то 35%, неполную скважинность выставил. Заземление вот такое, 5 метров, вот такой провод идет. Там немножко светодиодик заземления горит на отопление. Ну, как и обычно. Ну, тут ничего особо не переделывал. Только вот гранату перемотал, катушку отложил в сторону. Переделал тумбочку, вот новую поставил. Складывать побольше места будет. И стол вот тут поставить.